Друзья, всем привет! Это Дельта. Сегодня у нас 1 июня, День защиты. День защиты детей. В общем, у нас есть такие новости по занятиям уже сегодня. Ну, точнее, не сегодня, вчера уже эти новости поступили о том, что согласно губернатору Владимирской области разрешаются тренировки на свежем воздухе с июня месяца. То есть это первая линия, первый, так сказать, старт вот этих вот снятия этих ограничений, которые действовали у нас на протяжении многих месяцев. Вот. И теперь как бы это все будет снято. Ну, частично, то есть будет как первый этап, который будет снят. Сейчас пройдем, тут шумные люди. Слишком шумные. Вот. Ну, в общем, первый этап всех этих ограничений, он уже будет снят примерно. Точнее, он уже снят. Сняты вот эти все ограничения сейчас, да, уже можно приступать к занятиям, но вы сами видите, да, какая у нас погода. Сейчас в любом случае, то есть никто не начнет заниматься, потому что как бы на улице не май месяц, да, уже месяц июнь, ну и очень холодно. Нужно будет просто немного сейчас подождать, и очень скоро уже начнем тренировки, занятия. В постановлении идет речь о индивидуальных тренировках, вот, которые разрешаются только на свежем воздухе. Ну, в общем, думаю, что примерно, наверное, с пятницы уже, с пятницы вот этой недели, или, может быть, с понедельника следующей недели, то есть уже, может быть, мы что-то начнем. Примерно так, скорее всего, потому что уже нет... ну, времени дальше как бы смысла нет все это оттягивать. Вот, когда есть возможность уже заниматься. Долго, конечно, пришлось это все выжидать. Да и то, да, сейчас, ребят, посмотрите, получается, если эти все ограничения идут как бы и то только пока на улице, да, в помещениях пока нельзя. В общем, все вот это пока мы ждем, выжидаем, когда дальше еще нам скажут, что. Говорят, вроде будет 3 этапа вот такого послабления этого режима. Сейчас первый этап. Вот первый этап мы сейчас проходим, потом еще их будет 2. И вот типа вот 3-й этап, это есть то самое возвращение к нормальным полноценным тренировкам, к нормальным полноценным занятиям, которые должны у нас быть постоянно. Вот. Так что вот так. Пока такие новости. Так что, ребят, уже какие-то сподвижки уже к тому, что все уже начинает постепенно налаживаться, они уже есть. Вот. Как бы вот такие вот дела. Всем большой привет. Сегодня, да, кстати, праздник День защиты детей. Всех наших ребят, да и не только наших, но и вообще всех-всех-всех. С праздником. Всем здоровья, счастья, удачи, любви, там всего-всего самого хорошего. Вот. Чтобы не болели, радовали родителей, чтобы родители не болели, чтобы все было все хорошо. Вот. Так что скоро, ребят, приступим к тренировкам. Будем заниматься. И все будет постепенно-постепенно налаживаться и приходить в норму. Вот. Погода, правда, видите, да, у нас не летняя. Холодно. Плюс 10, плюс 12. Говорят, еще 5 или 7 дней будет такая погода. А там ближе уже с пятницы начнется уже такое, ну, существенное потепление. Вот. Так что ждем вот этого самого потепления, когда оно уже наконец, так сказать, произойдет. В
вчера целый день был дождь, сегодня тоже дождь. Каждый день дождь, один день похож на второй, как там вчера Игорь сказал. Один день похож на второй, второй день похож на третий, третий на четвертый. Писать нечего, та-та-та-та-та. Вот. Ну, нет, ребят, все-таки все, каждый день разный. И круть-верть, все вертится, все крутится, кружится. Вот. Так что все сейчас наладится, все будет хорошо. И то есть ждем, так сказать, возобновления всех занятий, чтобы можно было уже приступить к полноценным тренировкам, потому что много всего еще как бы намечено. Не только на июнь, но и на июль, и на август, и вообще. Вот, поэтому зацикливаться и зависать на каких-то там расстроенных состояниях или подать какую-то меланхолию и так далее. Нет, мы не будем. Мы будем как бы все на позитиве. И грустить. Грусти нет. Вот, все будет хорошо, и будем настраиваться на позитивный лад тренировок, чтобы можно было уже прийти всем и радостно и весело встретить, так сказать, первые дни занятий. Вот. Всем-всем большой привет. Всем старшим ребятам привет. Ване привет. Ладе, Алене. Всем-всем-всем привет. Маша. В общем, всем-всем, ребят, всем огромный привет. Привет. Хотел сказать привет всем, кто меня знает. Ну, привет всем, кто смотрит это видео, прежде всего. Я не буду всех, да, перечислять всех. Все и так знают, кому я передаю привет. И Дане привет. И всем привет. Там и Паше привет, и Илья, и Таня, и Лена Сомова, и Лада, и все. Ну, мне нужно, знаете, еще чтобы передать привет, и брать с собой такую книгу или список такой, разворачиваюсь. Я буду передавать приветы каждому. Вот. И, в общем, ребят, всем хорошего настроения. Ждите, да, новости, которые появятся вот-вот-вот. Скоро мы ждем, что уже... Потому что наши дети, все Боголюбова дети, передаем тоже огромный привет. Это и Юра, и Даня, и все, и Вика, и Аркадий, и все, и родители постоянно пишут. Все мне бесконечно кругом, когда уже что начнется, дети хотят заниматься. Вот, всем большой-большой привет, и пока. До встречи на следующих эфирах и до встречи на следующих и до встречи, наверное, уже на тренировках. Всем пока, всем удачи, счастливо, подписывайтесь на наш канал на YouTube и следите за нашими танцевальными обновлениями и за нашими уроками, которые до сих пор продолжаются в режиме видеозаписи. Всем пока!